Нормальчики. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Снова с вами Шура. И сегодня я хочу поговорить на такую тему, как палачи в Османской империи. Вы знаете, наверное, смотрели в сериалах. В Османской империи во дворцах были специальные палачи, которые ничего не слышали и говорить тоже не могли. Им резали языки. Когда они умирали, естественно, у них не было никаких родственников. И их хоронили в общих, в обычном кладбище, да? И у них не бывало имен. На надгробных камнях никогда не писали имена, чтобы человек, чей родственник был казнен, чтобы он не пришел и не надругался над могилой палача, поскольку палач – это тоже работа. Сейчас я вам покажу несколько могил, которые находятся в Юб-Султане, и они принадлежат палачам Османской империи. Вот, мои дорогие зрители, это Юб-Султан, одна из частей, я совсем с другой стороны зашла. И видите, вот эти зеленые могилы, вот эти две, и вот там две штуки. Это могилы палачей. Их здесь четыре. Я вам еще одну покажу немножко подальше отсюда. Сейчас я попытаюсь поближе подойти. Здесь очень много старых захоронений, чтобы не наступать на могилы, чтобы вам поближе показать. Вот, мои дорогие зрители, это и есть могилы палачей. Как видите, нету никаких имен или что-нибудь другое. А вот еще одна могила палача в Эйюб-Султане. Как видите, здесь тоже нету ни имени, ни фамилии, просто камень.